5 сентября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет ежегодный 49-й по счету арбузный кросс, посвященный памяти инициатора спортивного мероприятия Александра Андрейченко. Сообщается, что в связи со сложившейся эпидситуацией не будет раздачи арбузов на финише, а лимит участников всего 700 человек. Заявки на участие принимаются до 2 сентября по электронной почте.